18 миллионов рублей получат югорчане на реализацию своих проектов. В округе подвели итоги первого конкурса на грант губернатора среди физических лиц. Всего в список победителей вошли 94 проекта. Самое популярное направление, в котором югорчане получили поддержку, стал здоровый образ жизни, физическая культура и спорт. Здесь собрали необходимую сумму – 24 проекта, а это более 5 миллионов рублей. Авторы планируют вывести горожан на пробежку, организовать турниры по мини-футболу, а также проводить тренировки по тхэквондо. Вторым по популярности направлением стала охрана окружающей среды и защита животных. В этой сфере поддержку получат 16 проектов, общая сумма которых более 2,5 миллионов рублей. Определить победителей могли сами жители Югры, выбирая наиболее актуальные и востребованные проекты с помощью открытого онлайн-голосования и проведения экспертной оценки проектов. Отмечу, максимальная сумма одного гранта – 250 тысяч рублей.